Əziz Diaspora Info saytının izləyiciləri, saytımızın bugünkü qonağı Dnepropetrovski vilayətinin deputatı Maksim Pavloviç Kuryaçidir. Maksim Pavloviç Kuryaçi uzun illər Ukrayna Radası və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Parlamentlə arası dostluq qrupunun rəhbəri olmuşdur. Qonağımız Diaspora və Azərbaycan-Ukrayna dostluğu haqda öz fikirlərini bildirəcəkdir. Ну, межпарламентскую группу я возглавлял с 2014 по 2019 год. И мне повезло, что в это время моим коллегой со стороны Азербайджана был известный политик в Азербайджане. Это господин Руфат Гулиев, большой патриот своей страны. И скажу без лишней скромности, но считаю, что 2014 год стал точкой прорыва и прогресса Украино-азербайджанских отношений. Именно в эти годы страну Украину возглавлял Петр Алексеевич Порошенко, и он очень часто проводил, как и все мы, много аналогий между теми событиями, которые происходят в Украине с 2014 года, и с теми событиями, которые происходили в Азербайджане еще в те не так уж и далекие, но трудные 90-е годы. И азербайджанский опыт по отстаиванию своей независимости, по отстаиванию государственного суверенитета очень положительный и очень много показал, в частности, здесь, нам, в Украине, что замороженных конфликтов не бывает, что свою страну нужно защищать. И очень многие здесь, в Украине, радовались прошлогодним успехам Азербайджана, когда была восстановлена справедливость и путем опытнейших действий руководства страны и, самое главное, консолидации всего азербайджанского народа удалось восстановить территориальную целостность Азербайджана. Украина всегда подчеркивала о признании территориальной целостности Азербайджанской республики, относится к этому традиционно, к этому вопросу традиционно с большим уважением и с большой ответственностью. Я горжусь тем, что с 2014 года нам удалось активизировать межкультурные отношения между Азербайджаном и Украиной, отношения между диаспорами. И мы гордимся нашей мощной, дружной диаспорой украинцев в Азербайджане. Как они стали неотъемлемой частью азербайджанского народа, точно так же и азербайджанцы, этнические азербайджанцы, которые проживают здесь, в Украине, стали неотъемлемой частью нашего многонационального украинского народа. И в подтверждение этому я всегда подчеркиваю, что среди добровольцев, тогда, когда случилась беда в Украине, когда в 2014 году российский агрессор напал на нашу землю, азербайджанцы были плечом в плечо на фронте, защищая независимость Украины. И подключились в многомиллионное волонтерское движение. Я горжусь этим. Это важно помнить и ценить. Я работаю сегодня в Днепропетровском областном совете. Я возглавляю фракцию «Европейская солидарность» в областном совете. И мне очень приятно констатировать, что на нашей Днепропетровщине, в Днепропетровском регионе, диаспора азербайджанцев является наиболее крупной среди всех тех диаспор, которые проживают на других регионах нашей большой страны. И особенно важно, я горжусь тем, что нашей диаспоре, проживающей в Днепропетровской области, удалось объединиться. И таким объединяющим фактором стал опытнейший общественный деятель, известный и в городе Днепр, и в
Днепропетровской области в целом господин Нуджаф Ахмедов. Велика роль и заслуга, и вклад в это большое дело верного сына азербайджанского народа, этнического азербайджанца, но патриота Украины господина Равшана Тагиева.